приветствовать на берегу Балтийского моря в Латвии. Вы посмотрите, какая красота. И несмотря на то, что здесь не так жарко, конечно, как было в Тунисе, но здесь тоже, тем не менее, нисколько не хуже. Я очень люблю наше Балтийское море. Видеть, как здесь каждый день, каждый вечер, каждое утро по-разному играет море. Посмотрите, как красиво сейчас, какое красивое небо, как художник рисует на небе облака, и как это красиво смотрится. И вы можете просто гулять по набережной, по берегу моря, дышать прекрасным нашим латвийским сосновым воздухом, потому что он редко где бывает такой именно сосновый воздух. И поэтому я всем рекомендую и советую посетить наше Прибалтийское море. И еще, что мне хотелось бы с вами поделиться, здесь именно прогуливаясь по берегу моря, есть прекрасный отель Baltic Beach Hotel. Мне он очень нравится. И я тоже люблю его посещать, потому что именно в этом отеле находится бассейн с морской водой. Именно с моря берется вода и подогревается. Там большой 25-метровый бассейн. Там тоже есть сауна. Поэтому я всем рекомендую посетить этот прекрасный отель. Зайдите на booking.com и посмотрите, в какие дни они дают скидки. Скидки в основном все отели дают в рабочие дни или с воскресенья на понедельник. Именно с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье всегда цены намного дороже. Там входит прекрасный завтрак, просто шикарный завтрак. Детям там тоже очень понравится. Там есть детская комната, там есть магазины, там прекрасный ресторан, где вы можете пообедать всякими изысканными блюдами. Вот мне очень-очень нравится Baltic Beach Hotel. Здесь можно выбрать номер с видом на сад, видом на море боковым. И вечером, прогуливаясь около этого отеля, посмотреть, подышать воздухом. Здесь всегда очень много туристов, много приезжих, потому что всем, особенно те, кто приезжает за границы, им очень интересно посмотреть именно на желтый песочек. Пускай он сейчас уже такой крепкий, вот, и уже такой подмерзший, но тем не менее по нему очень удобно гулять. Поэтому я всем-всем советую, посетите нашу прекрасную Юрмалу. Всем большое спасибо, до свидания.